Чтобы поправить нравственность, нужно работать годами, а вот проблемы со здоровьем органов или костей можно решить за полчаса. Именно столько длится современная операция. Хирургические новости Сибири и Дальнего Востока сегодня начали обсуждать в Иркутске. На съезде специалистов, которые работают со скальпелем, побывала наша съемочная группа. Куриный окорочок, как пациент, безнадежен. Но на нем можно показать, как работает хирургический прибор, заменяющий скальпель. Из таких надрезов кровь не сочится. Капилляры и сосуды тут же запаиваются. На самом деле, сама технология, она известна уже более 20 лет. Технология постоянно развивается. И сегодня мы показываем насадку, которая в России зарегистрирована только в этом году. Новинки года в оборудовании операционных практиках обсуждают хирурги всей Сибири и Дальнего Востока. Съезд в Иркутске собрал около 200 человек. Работа рассчитана на 3 дня. За это время нужно успеть поделиться лучшим. В это число входит и способ лечения распространенной болезни, так называемой халюс вальгус, когда большой палец ноги отклоняется от правильного положения и становится болезненным. Избавиться от этой проблемы теперь можно за 30 минут, раз и навсегда. Методику запатентовали иркутские хирурги, и она очень востребована. Вопросов обычно бывает очень много, люди заинтересуются, потому что патологии часто это, во-первых. Травматологи в поликлиниках и в травмпунктах везде встречаются с такими пациентами. Вот. И удивляется, что наша методика работает, что нет неудачи, нет этих рецидивов. Наша методика позволяет полностью устранить вальгусное отклонение. И назад, как говорится, палец не возвращается. Этим иркутская методика выгодно отличается от мировой практики. Там каждый пятый пациент сталкивается с проблемой вновь. Общая тенденция для мира и России – это распространение малоинвазивной хирургии. При ней нет больших надрезов, только маленькие отверстия для манипуляторов и камеры. Хирург может работать даже в 3D-очках. Такие приборы последнего поколения в нашей стране не редкость. Но есть проблема – нехватка специалистов для таких лапароскопических операций. Существует проблема подготовки хирурга, она пока что не системна в России, потому что мы не знаем, сколько учебных центров должно быть создано в России в связи с масштабами большими нашей страны. На сегодняшний день явно количество этих центров ограничено. Никто не знает точно, как учить хирургов. Поэтому сегодня были представлены проблемы и вероятные пути их решения. Сегодня как раз на съезде это освещалось. Освещение проблемы – первый шаг к ее решению. По итогам съезда хирурги рассчитывают разработать практические рекомендации для коллег и законодательные инициативы для государства. И то, и другое должно положительно сказаться на здоровье населения страны. Лада Рыбакова, Андрей Назаров. Новости по будням.